команды для проведения спартакиады построены. Разрешите флаг Республики Молдова и Гагаузии поднять спартакиаду начать. Разрешаю флаги Молдовы и Гагаузии поднять спартакиаду начать. Take me through the darkness.
Мне доверена сегодняшняя честь в том, чтобы огласить итоги сегодняшних спортивных соревнований в лицее имени Дмитрия Челенгена. Проходили сегодня мероприятия, спортивные мероприятия по 7 видам спорта. Из 7 видов я сейчас оглашу просто места, которые заняли учащиеся данного лицея и педагоги, которые участвовали в этом сегодняшнем спортивном состязании. Баскетбол. Учащиеся Дмитрия Челенгина. Первое место заняли. Волейбол. Педагоги заняли первое место. Футбол, мини-футбол. Учащиеся лицея первое место. Настольный теннис. Педагоги первые. Учащиеся второе место. Шашки. Учащиеся лицея первое место. Команда педагогов первое место. Шахматы. Учащиеся лицея первое место. Педагоги второе место. Перетягивание каната. Один из силовых видов спорта. Педагоги первое место. Учащиеся второе место. Итого. По подсчетам первых и вторых мест. Команда учащихся лицея имеют 4 первых места. Команда педагогов имеют 3 первых места. Итог по всем видам. Ученики имеют 10 всего набранных очков. Педагоги имеют 11 набранных очков. Общее командное место среди педагогов и учащихся лицея. Учащиеся на первом месте, вторые педагоги. Вы знаете, мне сегодня кажется, что ученики показывали те свои возможности, которые дает им молодость, и те навыки, которые они смогли приобрести в стенах нашего учебного заведения. А наши педагоги показывали свой опыт. И мне казалось, что тут ничья, явная ничья. Но вот никак не хочет старший судья соглашаться на ничью. Я его тут прошу всячески, но он говорит о том, что нет учеников 4 первых места. Ну, поэтому нам придется кубок вручить ученикам нашего лицея. Спартакиада учителей с учениками. Ну, у меня сбылась моя мечта. Я всегда хотел завлечь учителей района сюда, в Авдарму, чтобы немножко они поиграли в футбол, поиграли в волейбол, в теннис, шашки, шахматы. И моя мечта удалась. Все учителя физического воспитания были в Авдарме. Они удивлены нашей базой. Ну, действительно, наша база очень прекрасная. Ну, по игре можно судить, что ученики хорошо выступили, заняли первое место и им вручили кубок. Нам, педагогам, такие соревнования не в первый раз. Поэтому мы всегда рады тому, что дети равняются на нас и хотят быть такими же,
как мы. Они хотят во всех видах выигрывать, это самое главное. Это самое главное достижение в спорте, поэтому если у детей есть такое желание, есть такое стремление, нас это радует, и мы хотим, чтобы они были лучше, чем мы. Наша мечта была давно попасть сюда, в Авдарму, потому что мы наслышаны многое про Авдарму, что тут как развит спорт. И мы с большим удовольствием приехали и получили здесь такой адреналин, что просто это не рассказать. Это все надо видеть, как прекрасно здесь, как спасибо этим спонсорам, которые превратили чудо-сказку, можно сказать. Конечно, с учениками это было, учителя и ученики, очень прекрасно. Конечно, мы уступили небольшой разницей, но все же молодость взяла вверх. Общий счет 4-3, я думаю, что мы тоже показали свое мастерство. То, что мы умеем, то, что знаем. Но молодость есть молодость, от него никуда не деться. Учителями Камрадского района было играть непросто. Был заметен опыт, мастерство. Но мы выиграли за счет скорости, силы, быстроты. Я очень доволен победой своими оппонентами, игроками. И в целом участниками состязаний.